следующие полтора часа. Сюда, кроме мелочевки, так никто и не вышел. Участок слаботекущей воды в стороне от первого переката облюбовал Клейка. В принципе, это не странно. У нее, в отличие от Нектара, переплатные сил не так много, чтобы бороться с сильным течением. Поэтому она выбирает места спокойнее. А вот почему не вышла более крупная рыба, не очень ясно. Тем более, что во втором затяжке разыгрывается спектакль в точности за наоборот. Смотрим. Это место находится на противоположном берегу, в 20 метрах от второго переката. В затяжке под поваленным деревом. Постановка очень красивая. Как будто картина. И что вы думаете? Первые 10 минут на приконку выходит молоть ельца и плотвы. А через 20 минут начинается самое интересное. Стая крупной плотвы пришла на обед. А спустя еще немного времени к ним присоединился ясь и пару ельцов. На 30-й минуте съемок под корягой стали появляться головы. Таким образом, это собрание истребили приборку в первые 20 минут.